В деятельности сразу двух строительных компаний алтайские антимонопольщики усмотрели признаки незаконной деятельности, а именно картельного сговора на сумму свыше 100 миллионов рублей. Речь идет о барнаульских фирмах «Строймастер» и «Спецстроймонтаж». Эти предприятия участвовали в торгах по строительству газораспределительных сетей, модульных котельных и реконструкции водозаборных сооружений. Работали на заказчиков из Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области. Начиная с 15 по 18 года были выявлены признаки данного нарушения, совершения действий, направленных на осуществление победы одного из них при проведении конкурсных процедур. По выявленным признакам было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. В ходе торгов одна из фирм умышленно снижала цену, либо не предоставляла нужных документов, тем самым обеспечивая победу компаньону. На сговор указывал и тот факт, что фирмы одинаково оформляли аукционную документацию. Уже назначена дата рассмотрения антимонопольного дела специальной комиссией. Заседание состоится 27 февраля. Компаниям грозит крупный штраф.